премьер-министр России Дмитрий Медведев высмеял премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Курьезный случай, выходящий за рамки дипломатического этикета, о котором глава Армении, выбранный из народа, и не знает. Произошел накануне в Ереване. «Если нет вопросов, друзья, мы уже можем перейти», — сказал Пашинян, вглядываясь в лицо Медведева и выдерживая паузу. В ответ Дмитрий Медведев неожиданно сказал «нет» и затем переспросил: «А перейти куда?» «К процедуре подписания наших перейдем уже», — сказал Пашинян, понимая, в какую глупую ситуацию он попал. Все это время российская правительственная делегация едва сдерживала ехидный смех, а Дмитрий Медведев не удержался и все же рассмеялся. «Если нет вопросов, друзья, мы уже можем перейти». «Нет. Перейти куда?» «Перейти к процедуре подписания наших брифингов». «Да, перейдем уже. Значит, переходим к процедуре подписания принятых документов. Пожалуйста, друзья». Все,